этот акт протеста на голодовку против перевода сельскохозяйственных аграрных земель в иную промышленную зону. Мы хотим, жители, я в частности, чтобы никаких переводов не состоялось. 12 июня 2024 года. Сысерцкий район, южная его часть, Свердловская область. Мы, жители Сысерцкого района, вышли на голодовку. Наш представитель Алексей, он уже озвучивал наши требования. Здесь выражены наши основные постулаты. Мы выступаем против перевода сельскохозяйственных земель в промышленные и использования их в дальнейшем под любые предприятия, в том числе под планируемый так называемый экокластер или индустриальный парк. Вот наш Алексей. Он уже выходил на одиночные пикеты, но, к сожалению, наши местные власти и региональные нас не слышат и игнорируют. Поэтому голодовка – это наша, скажем так, крайняя мера, на которую мы решились. Исключительно вода с соблюдением всех правил, медицинские документы, предупреждения, медицинские органы предупреждены. Вот. Все. Таким вот образом. Ничего. Нет. Мы отсюда не уйдем и будем стоять до конца.